We love to cook фунчоз from starch noodles. В стране, где я выросла, мы любили готовить фунчозу из лапши из крахмала. Each of them weighs 70 grams. I think that 4 pieces will be enough for me. Каждая из них весит по 70 грамм. Я думаю, 4 штуки мне будет достаточно. Cover with boiling water. Залить кипятком. When noodles begin to unfold, about 1 minute, separate gently with a fork and reduce heat to a low boil. Continue to cook for 3 minutes or until the noodles are just soft. Осторожно вилочкой помогите расправиться крахмальной лапше и затем на невысокой температуре варить еще 2-3 минуты или пока она не станет мягкой. Then into ice water. Затем воду со льдом. Then drain the water. The water should go away. Затем слить воду. Вода должна уйти вся. Cut into strips 300-500 grams of meat. It is best to slightly freeze it. Then it will be more convenient to cut. Heat a little vegetable oil at a high temperature, about 3 tablespoons. В высокой температуре разогреть немного растительного масла, примерно 3 столовые ложки. Lower the meat, fry until tender. For about 10-12 minutes, constantly stirring, so as not to burn. Опускаем мясо, жарим до готовности, примерно 10-12 минут, постоянно перемешивая, чтобы не пригорело. Three minutes before cooking, add a tablespoon of soy vinegar. За 2-3 минуты до окончания зажарки мяса добавьте 1 столовую ложку соевого уксуса. 1 tablespoon of water. 1 столовую ложку воды. Grate about 150 grams of carrots. Натереть 150 грамм моркови. 1 bell pepper and 1 chili pepper. I took a few semi-hot peppers. Cut them into strips. 1 болгарский перец и 1 маленький чили перчик. Я взяла несколько полуострых перцев. Нарезать их соломкой. Chop 3 cucumbers. Нашинковать соломкой 3 огурца. Chop straws half the head of garlic. Нашинковать соломкой половину головки чеснока. One bunch of cilantro. Нашинковать 1 пучок кинзы. Meat, мясо. Carrots, морковь. Fresh peppers, перец. Cucumbers, огурцы. A teaspoon of salt, чайную ложку соли. Black pepper to test. Черный перец по вкусу. Red cracked pepper. Красный перец хлопьями. One teaspoon of лазо. 1 чайную ложку лазо. Cilantro, кинза. 2 tablespoons of soy vinegar. 2 столовые ложки соевого уксуса. Noodles, лапша, гарлик, чеснок. Heat a little vegetable oil at a high temperature, about 3 tablespoons. Pour hot oil directly on the garlic. Заливаем кипящее масло прямо на чеснок. 1 tablespoon white vinegar. 1 столовую ложку белого столового уксуса. Mix well. Хорошо перемешать.
My dear, this is a real Dungans Funchose. I dedicate it to my uncle, the name brother, my father. Мои дорогие, это настоящая Дунганская Фунчоза. Посвящаю ее своему дяде, названному брату моего отца. Let me try. Beautiful. Более прекрасной вещи я не ела.